Фотография на память и просто хорошее настроение. В зале регистрации Мирнинского авиапорта Дед Мороз и Снегурочка приветствуют вылетающих. Желающих сфотографироваться со сказочными персонажами немало. Персонал наш приветствует своих пассажиров по-уютному, с домашней атмосферой. Особенно хочется порадовать детей в этот праздник. А лучшее поздравление – это поздравление от Деда Мороза и Снегурочки, в роли которых хочется отметить не профессиональные актеры, а наши сотрудники организации перевозок. Атмосфера аэропорта очень радует. Спасибо большое организаторам, что украсили. В Мирнинском авиапредприятии стало доброй традицией поздравлять пассажиров в канун Нового года. Праздничное настроение обеспечено, говорят работники МАПа, хотя сами сотрудники работают практически без выходных. Кем работает на самом деле Дед Мороз? Механизатор службы организации перевозок. У вас уже есть опыт работы именно в роли Деда Мороза? Да, конечно. Каждый год практически. В конце декабря количество пассажиров растет в разы. Многие вылетают на новогодние каникулы в другие регионы страны, а то и за границу. Новый год встречаете где? Остров Хайнань. Как настроение? Замечательное. Чего ожидаешь от Нового года? Подарки, радость. Этот праздник каждый ждет. Для детей он самый важный, а зовется Новый год. Родилась елочка в лесу, она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была. А вот в стерильной зоне пассажиров в ожидании вылета скучать не пришлось. Дед Мороз и Снегурочка провели различные конкурсы. Участвовали не только дети, но и взрослые. Незабудка, что такое незабудка? Вот надо песню про песню. Незабудка, незабудка, не забуду тебя никогда. В качестве подарков сладости. И хватит всем, говорят сотрудники аэропорта. Дед Мороз и Снегурочка будут развлекать пассажиров как 30, так и 31 декабря. Иванна Филиппова, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край».